Не подумываешь о том, чтобы оставить нашу роскошную жизнь и начать телевизионную карьеру? Ха-ха. Обыватели пока не готовы к неудержимому потоку сексуальности, который я обрушу на них с экрана. Думаю, мое место в жизни здесь, рядом с тобой, старик. До конца. Я этому рад, Тайкус. Ты сегодня здорово отличился. Мэтт, что у нас на очереди? Еще один удар по Менгску? Пока нет, сэр. Думаю, нужно сосредоточиться на зергах. Если мы не справимся с ними, то война с Менгском потеряет смысл. Верно. На что нам свобода, если на следующий день Керриган уничтожит человечество? Дадим Менгску передышку. Командир, все готово к последней операции. Наступлению на главный улей зергов на Чаре. Когда операция начнется, отступать будет поздно. Проверьте готовность солдат, командир. Близится решающая битва. Существовал, он был бы здесь. Океаны огня, тектонические штормы и атмосфера, сжигающая человека заживо. Но мы все предусмотрели. Поведение зергов нельзя предусмотреть, генерал. Они не впишутся в ваш стройный план. Я возглавлял 5 операций против Роя. Мы держали фронт, пока ты и твои дружки-террористы отсиживались в укромном уголке. Нам всем известно о ваших победах, генерал. Я пригласил командира Рейнера помочь нам с непредвиденными обстоятельствами. Похоже, ты уже все распланировал, малыш. Я слишком много вложил в это дело, чтобы рисковать. Кстати, следующий этап вам особенно понравится. Валерия, мне только что сообщили, что ты взял половину флота. Не изволишь объясниться? Отец, я совершу то, что тебе так и не удалось. Сегодня я держу верх над королевой клинков и установлю мир во всем Доминионе. Тогда люди увидят, что я твой достойный преемник. Ты очень смышленный, сынок, но не прыгай выше головы. С чего ты взял, что у тебя хватит опыта? Он не один, Арктур. Рейнер. Не знаю, на какой помойке сын тебя раскопал, но думаю, даже тебе ясно, что эту двуличную тварь уже не спасти, как и тебя. Это мы еще посмотрим. А когда все закончится, нам с тобой будет о чем побеседовать. О большем я и не мечтал. Ты ведешь опасную игру, сынок. Принц Валерия, приближается волна зергов. Как уже? Всем покинуть мостик! Мне предстоит битва! Увидимся внизу, парни. Идти напролом бесполезно. Она просто играет с нами, как кошка с мышкой. Зато мы еще живы. Правда, отряды, которым удалось высадиться на поверхность планеты,
разбросаны далеко друг от друга. Думаете, смерть худшее, что может случиться с вами? Скоро вы все станете частью Роя. И будете служить мне. Мозги запудрить пытается. Не поддавайся, старик. Если мы хотим выполнить задачу, то надо собрать как можно больше выживших. Командир, отряды Доминиона продолжают высадку, но все они сильно потрепаны и сразу попадают в окружение. Хорошо. Идем спасать их поджаренные задницы. Нужно сколотить отряд, способный к сопротивлению. Иначе Керриган нас в порошок сотрет. Тактический анализ показывает, что зерги значительно превосходят численностью ваш отряд. Давай, удиви меня! Мэтт, докладывай мне обо всех десантных капсулах, которые прибывают на Чар. Если мы доберемся до них быстрее зергов и спасем солдат, то у нас будет шанс прорваться. Одна из капсул приземлится через несколько секунд рядом с вашим текущим местоположением. Хорошо, выдвигаемся. Мы должны найти их, прежде чем это сделают зерги. Меня на всех хватит. СМ готов. Мы теряем время. Что еще? С удовольствием. СМ готов. Точняк. Рейдеры Рейнера, рады вас видеть, парни. А где генерал Ворфилд? Я беру командование на себя. Присоединяйтесь к нам, будем искать вашего генерала. Так точно, сэр! Очень мило с твоей стороны дать им надежду, Джим. Ну давай, приведи их прямо ко мне. Как барашков на бойню. Не слушайте ее. Не отвлекайтесь, и мы выберемся отсюда живыми. Кому навешать? Давай, удиви меня! Вооружен и опасен! Я уже заждался! Приказы будут? СМ готов! Задавим их интеллектом! Игра приостановлена. Игра возобновлена. Сэр, я обнаружил недалеко от вас десантную капсулу. Задавим их интеллектом. СМ готов. Давно бы так. Пристройка, база атакована.
Вперед! Положись на меня! Делаю! КСМ готов! Куда стрелять? Уж я постараюсь! КСМ готов! Передаю координаты ближайшей десантной капсулы. Игра приостановлена. Игра возобновлена. КСМ готов. Выкладывай. КСМ готов! Улучшение завершено. Войска союзников атакованы. За твой счет. Сэр, еще одна капсула идет на посадку рядом с базой. Ура! Сверхурочные! Задавим их интеллектом! Приказы будут? Давай, удиви меня! Меня на всех хватит. Только свистни. Вижу все по-взрослому. Улучшение завершено. Точно. Ну ладно. База атакована.
быстрее. Почему бы и нет? Месторождение минералов выработано. В нашем секторе замечена еще одна капсула. Почему бы и нет? Это... Поддержка авиации – как раз то, чего нам не хватало. Надо переправить космопорт на базу и начать производство. Получен приказ с высоким приоритетом. Очередная капсула заходит на посадку. Понял. Войска союзников атакованы. Завершена. А! Чего пугаешь? Сэр,
приборы фиксируют множество десантных капсул, которые входят в атмосферу. Боюсь, у вас не хватит времени, чтобы спасти всех доминионцев. Вокруг слишком много зергов. Проклятье. Сделаем, что сможем. Но добраться до всех и правда не получится. Войска союзников атакованы. Войска союзников атакованы. Тор уже тут! Улучшение завершено. Сэр, приближается новая группа десантных капсул, но будет слишком опасно пытаться спасти всех. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Командир, последние отряды Доминиона высадились на Чар. Теперь помощи ждать неоткуда. Войска союзников атакованы. Войска союзников атакованы. Окей. Так, командир. Месторождение минералов выработано. На помощь! На помощь! Это не...
большие потери! Держимся на позиции! Нужна помощь! Скорее! Мы идем, генерал! Держитесь! Черт, он нас не слышит! Чтобы пробиться к Ворфилду, придется разобраться с этими червями Нидуса. Гости пожаловали. База союзников атакована. Ладно. Улучшение? Теперь нам нужно собрать все силы и попытаться спасти Ворфилда. Ворфилду недолго осталось. Мои питомцы уже идут за ним и его людьми. Вы ничего не сможете сделать. Что-то ты разговорилась, Керриган. Нервишки шалят. База союзников атакована. База атакована. Посылайте подмогу! База союзников атакована. Уже в пути. Месторождение базы союзников атаковано. База атакована. Ладно. Войска союзников. Зря вы сюда пришли. База союзников атакована.
слышал, вам нужна помощь. Мы прибыли, как только смогли. Ну, генерал, отдохнули и хватит. Ах ты ловкий сукин сын. Ты последний, кого я ожидал здесь увидеть. Простите, что прерываю, но местные все никак не успокоятся. Спасибо, что спасли. Но надеюсь, вы тут не одни. Генерал, у меня всегда найдется туз в руке. Может, ты и чертов пират, Рейнер. Но сегодня ты спас моих ребят. И я этого не забуду. Это было не так уж и сложно. В эфире Кейт Локвилл на канале UNN. Ошеломляющая новость. Зерги отходят на Чарт. Пока что они не собираются покидать завоеванные миры, но большая часть пришельцев уже направилась к огненной планете. Что это может значить, Кейт? Пока неизвестно, Донни. Мы будем держать вас в курсе происходящего. Зато мне известно. Ничего хорошего. Игра приостановлена. Игра возобновлена. Оружие к бою, Джимми! Этих уродов тут целая туча. Это величайшее сафари в галактике. Не хочу обламывать тебя, Тагус, но нам пора двигать в район главного улья. Не лучший план, старик. Они прут из воздуха, из-под земли. При таком раскладе мы никуда не двинем. Умеешь поддержать, Тайкус. Как самочувствие, генерал? Чертов яд! Велел медикам ампутировать руку, чтобы скорее вернуться на фронт. Только вот никак не приду в форму. Решил передать командование тебе. Я все понимаю. Трудно вам. Трудно? Эх, сынок. Это все цветочки по сравнению с тем, что тебя ждет. Чтобы добраться до главного улья, тебе придется выбрать между атакой наземных или воздушных сил. Времени на все не хватит. Не волнуйтесь, генерал. С зергами я справлюсь. А вы давайте-ка отправляйтесь на корабль и лечитесь. Это приказ. Благодаря вам мы смогли расчистить посадочную площадку. Генерал Ворфилд считает, что прямая атака на главный улей в данных условиях станет чистой воды самоубийством. Чтобы повысить шансы на победу, мы должны подорвать воздушную или наземную оборону зергов.
Знаешь, я тут подумал... О да, это будет пострашнее зергов. Нам нужно разобраться с червями перед тем, как лезть в главный улей. Постоянно прущие из-под земли зерги могут нанести вред нашему здоровью и благополучию. Если заложить взрывчатку в нужных местах, то можно затопить их тоннели лавы. Что скажете, генерал? Опасно, но может сработать. Меня гораздо больше беспокоят летающие зерги. Даже если нам удастся продвинуться вперед, они задавят всю поддержку с воздуха, и наша атака захлебнется. Есть предложение? По данным разведки, основная часть гнезд летающих зергов расположена на платформе на низкой орбите. Разнесем платформу, воздух будет наш. Тогда почему бы не вдарить по ней ядерной боеголовкой? Гнезда находятся глубоко в платформе. Бомбардировка их не затронет. Нужно будет высадиться на платформе и зачистить ее шаг за шагом. Выбор за тобой, Рейнер. Если мы не уничтожим сеть Нидуса, зерги постоянно будут нападать из-под земли. Хотелось бы поддержки с воздуха, но важнее сейчас затопить тоннели. У меня было другое мнение, но спорить не стану, тебе лучше знать. Доброй охоты, командир. Молодца, Джимми. Покажем зергам, что такое небесные дьяволы в действии. Глубинное сканирование выявило 3 крупных подземных разлома на этом участке. Взрыв сейсмических зарядов в этих точках направит лаву в пещеры. Есть данные о том, что ждет нас внизу? Нет, командир. Скальные породы затрудняют обнаружение биосигналов зергов. Будьте осторожны. Я думаю, нам понадобятся еще люди, чтобы тащить эти заряды. Ну и вообще... Я уже бывал в таких тоннелях. Чем больше народу туда набивается, тем больше риска. Я бы скорее взял туда небольшой, хорошо обученный отряд, чем целый полк. Есть подходящие кандидаты. Лучшие из моих орлов. Сотни боевых шрамов и дисциплинарных взысканий. Вы с ними быстро найдете общий язык. Спасибо, генерал. Но у меня есть свои ребята для этого дела. К тому же им как раз не мешало бы прогуляться. Во время высадки несколько отрядов укрылось в тоннелях. Так что в пути вас может ждать подкрепление. Я сообщу, если засеку их сигналы. Хорошо. Но обещать ничего не буду. Это не спасательная операция. Хватит прохлаждаться. Попробуем управиться с этим быстро. Вперед. Ну и? Не трать мое время. Нужна помощь, сэр?
Убеди меня. За мной. Я не подведу. Испытаем на этих малышах наше маленькое изобретение. Патрон-игла. Хватит тявкать. Не молчи. Прямо в... Рейдеры вперед. Можно попробовать. За мной. Я не подведу. Рейдеры вперед. За мной. Мне тоже повеселиться. Где там мои разрывные гранаты? Я плохой парень. Ну и? А мне что с этого? Сейчас будет... Бум! Убеди меня! Я не подведу. За мной. Можно попробовать. Рейдеры вперед! Провоцируй меня. Ну и кто тебе? Хватит прохлаждаться. Раз и все. Совсем не больно. Можно попробовать. За мной. Я не подведу. Рейдеры вперед. Датчик движения зашкаливает. Свон, установи-ка свою турель, а потом двинемся дальше. Сейчас все будет, ковбой. Держитесь за огненной Бетти. Она все сделает за вас. Я не подведу. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Покажем им Кузькину мать. Убеди меня. За мной. Можно попробовать. Я не подведу. Скажи, как придумаешь. Запах победы. Ну и...
Можно попробовать. За мной. Входящее сообщение. Рейнер, слышно меня? Слышу вас, генерал. Говорите. За мной. Рейдеры вперед. Я не подведу. Можно попробовать. Спокойной ночи. За мной. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Я не подведу. Можно попробовать. Смотри, каких важных птиц за нами прислали. Ну, да, точно сказано. За мной. Вот что, Джимми. Если надо что починить, обращайся. А вот это вот ползание по пещерам не мой вид спорта. Свон. Если бы я тебя не знал, я бы подумал, что ты трусишь. Застремался. Я так и думал. Не в этом дело. Просто инструменты, оружие, механизмы — моя стихия. От пещер до зергов лучше увольте. А я... А мне просто страшно. Можно попробовать. Не подведу. За мной. Бесковка бой! Скорее в бой! Скорочка! Хватит прохлаждаться. Рейдеры вперед. За мной. Можно попробовать. Рейдеры вперед! За мной! Я не подведу. Можно попробовать. За мной! Я не подведу. Можно попробовать. Рейдеры вперед! Лево! Что? И это все? Ковбой! Скорее убой! Да-да, выполняй! Хватит прохлаждаться. Можно попробовать. Тушите свет. Можно попробовать. За мной. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Я не подведу. Мы на месте. Свон, я отметил место разлома. Установи рядом заряд. Сделаю в лучшем виде. Без слов, ковбой. Скорее в бой. Нужно защищать бомбу, пока она не придет в боевую готовность. Держим круговую оборону. В одном из этих проходов самое место для огненной Бетти. Куда ее лучше поставить? Скажи, как придумаешь. Бетти, королева барбекю. Хватит прохлаждаться. Хватит тявкать. Вытащи голову из задницы.
не молчи. Спокойной ночи, Клайд. Дух захватывает. Скажи, как ты думаешь? Заряд сейчас взорвется. Уходим! Отлично. Это был первый заряд. Когда взорвутся все три, тоннели заполнятся лавой. Что дальше? Я не подведу. Рейдеры вперед. Господи, боже мой. Вот, наверное, куда они девают пленных. И превращают в мутантов. Этим существам уже не помочь. Придется прекратить их страдания. Осторожно! Заразителей! Поджарим их. Скажи, как ты думаешь? С корочкой. Ну и... За мной. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Какие же они уроды! Поубивал бы! Вы станете такими же, как мы! Рейдеры вперед! Страшные, как черти! Я не подведу! Покажем им Кузькину мать! Вы опоздали! Нужно занять позицию получше, иначе зерги нас сожрут. Не провоцируй меня. Ну и кто теперь главный? Не молчи. Можно попробовать. Рейдеры вперед.
можно попробовать. Я не подведу. Берегись. Гиблинги. Не подпускайте их близко. Спокойной ночи, тварь. За мной. Можно попробовать. За мной. Входящее сообщение. Рейнер, прием! Я обнаружил выживший отряд недалеко от вас. Кажется, последнее слово было «спасите». Черт. А я думал, сыграйте с ними в покер. Убейте меня. Хватит тявкать. Это засада. Они зашли с тыла. Ну и? За мной. Войска союзников атакованы. Игра приостановлена.